happiness and death. Как башка-то болит, да? Это вот эта курица меня стукнула, да, которой я помочь хотел? Все понятно, все понятно. А где трупак? А, то есть меня решили подставить. Да ну вас нахрен, чертовой бабушке! Сваливай, я отсюда! Жопа сранск, реально проклятый город какой-то. Не хочу даже тут дело ни с кем иметь, буду сам по себе. Сейчас такси вызову, свалю отсюда. Надо срочно, срочно. Ёбать. Не город, а дурдом какой-то. В общем. Ой, разрешите представиться, Эдуардо Перециано. А если вы не запомнили с предыдущей серии, то я самый лучший детектив в этом мире. Самый лучший шейщик. Не веришь? Я все о тебе знаю. Я знаю то, что каждую ночь ты ложишься спать и не можешь еще заснуть на протяжении длительного периода времени, потому что тебе в голову лезут всякие странные мысли. Угадал? Я знаю о всех твоих тайных желаниях. И я знаю то, что одно из них — это поджечь твою школу и больше никогда не посещать занятия, да? Угадал? Я все знал, да? Я все твои секреты знаю. Бывало ли у тебя такое, то что ты заходил в туалет, специально спускал воду в унитазе и пукал одновременно, чтоб никто не услышал твой пердеж? Угадал? Угадал. У меня тоже такое было просто. Не надо стесняться, не надо скрывать ничего. Я все знаю, я ведь лучший сыщик в мире, Эдуардо Перециа. Дурдом какой-то происходит в этом жопосранске, как я вижу. То овцы на улице бегают в центре города, свиньи, куры. Непонятно. Короче, это уже вторая серия, мне кажется, то, что стоит поставить лайк лосики лучшему детективу. Ой, если ты не поставишь лайк, я твоей маме все расскажу. Я твоей маме такое расскажу, то, что ты никогда не хотел бы рассказывать. А я расскажу, поэтому лайк поставь. Не надо сыщика злить, лучшего сыщика, причем в этом мире. Вот. Архив! Архив же посранска! Я так подумал, пока спал, валялся, когда меня эта собака сутулая по башке стукнула. То, что... Мне нужен офис жопосранский. Я тут первый день нахожусь, мне нужен офис, где я буду хранить вот эти все свои записи и прочее, да? Мне нужен какой-то заброшенный дом. Я же шищик, я же не могу себе позволить купить какой-то там дом на Рублевке, да? Поэтому нужен заброшенный дом. Так, 28 января. Опа! Ровно 18 лет назад. На улице Какандушкина, дом 69, был, не убит, а просто пропал владелец этого дома. И с тех пор в этом доме никто не живет, все чего-то боятся. Странно. Ну, в принципе, мне без разницы, для офиса подойдет. Вот. Не важно, не сойдет. Вот. Так, надо такси заказать. Закажем такси, Uber, шмубер, все ваши нам вот эти нововведения. Да, заказали мы Uber. Ждем. Поедем офис себе искать, господа. Да, башка болит, конечно. Такси. Вот тут остановитесь, пожалуйста. Спасибо большое, таксист. Проклятые, деньги забери. Дебила, кусок, вторую серию подряд деньги не заберу. Ну окей, раз тебе не нужны деньги, я себе заберу. Хорошо. Ненормально. Какой дом?
Дом, ну, да, все понятно, да. Правильный адрес, правильный адрес. Слушайте, мне этот райончик даже нравится, честно вам скажу. Приличный такой, спокойный какой-то, даже слишком спокойный. Никого тут нету, странно. Вот! Вот он, чудо мое! Чудо! Ну, мог бы вот тот домишко мне достаться. Это какой-то такой себе. Ну, ладно. Бесплатно достался, поэтому посмотрим, что тут. Ёперес, это есть. Что за аномалия такая? У меня дома уже не нравится. Полтергейсты какие-то в воздухе. Что тут вообще за газеты какие-то в воздухе летают? Неважно. Странно. Так, все есть. Да, тут, конечно, бы прибраться. Панталоны чьи-то со стенки убрать. Он не понимает, уже 18 лет панталоны лежат. Вот, вообще, неряха. И стула нету. А как мне за компьютером сидеть? Алло. Ну, вентиляция немного есть. Если что, нормально. Так. Ой, господи, опять эта хрень. Ёперес, это... Так! Ай, опять понос! Давно не было! Так, где тут туалет, ёханый? Ой, господи, нет, не туалет, может тут туалет на улице? Ой, ладно, давайте на улицу, странные дома с туалетами на улице. Ёханый баб... Так, это еще тут что такое? Ладно, потом посмотрю. Ой, успел, слава богу. Диарея проклятая. Нихуя. Ты что тут забыл? Ты что тут делаешь в этом туалете? Что ты тут делаешь? Дебила, кусок! Я и так какал, а так еще раз обосрался. И сигарету за тебя уронил. Ты что, дебил? И зачем сюда пришел? Тут привидение, тут нельзя сюда уходить. Выходи отсюда, выходи быстрее, я выходи. Дебил, кусок, дай хотя бы труселя начать. Так ты что ты делаешь? Да дай труселя начать, ну да свали отсюда нахрен. Да быстрее, я тут давай. Да дай мне труселя, дебила, кусок. Быстрее, а? Да свали отсюда! Быстрее! Ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Ты чё меня так пугаешь, собака сутула? Я чуть не, очки в туалет не уронил. Ты кто такой, ёпты? Я бомж, я местный бомж, я вот тут живу. Ты что тут делаешь? Ты зачем сюда пришел? Тут привидения водятся, уходи отсюда, беги! Какие привидения? Я тут жить буду. Дом это мой новый, понимаешь? Офис мой будет тут. Какие привидения, мать твою? Какой офис? Какой офис? Это опасное место. Уходи отсюда. Уходи. А что такое? Не, ну я читал в этом, в архиве своем. Сколько тут 18 лет назад чувак какой-то пропал, да? С тех пор тут никто не живет, как я понимаю, да? Да, но он не пропал. Точнее, он пропал, но его привидение постоянно в этом доме. Ты понимаешь, уходи срочно отсюда, прошу тебя. С ума сошел, я шищик первого уровня в этом мире. Какой привидение? Ты думаешь, я в привидение верю? С ума сошел, а? Тебе хана, это привидение придет за тобой, оно придет за тобой и будет тебя пугать. Уходи отсюда, пожалуйста, уходи. Просто уходи отсюда, просто уходи. Стоишь, петушара. А что тут обосновался, я вижу хорошенько, да? Возле дома моего. Да, я тут все это время живу, все это время возле этого дома живу. А слышишь? Постоянно ходят призраки. А слышишь, кресло прикольное. Дашь погонять, а то дома у меня кресла нету. Да ты каком кресле? Ты думаешь, ты понимаешь, что ты сюда пришел, тут привидение везде. Ты осторожней будь, пожалуйста. Да я так нормально. Ты кресло дашь погонять? Давай ты просто уходи. Я сам буду нести на себе эту ношу. Я тут буду жить. Уходи, пожалуйста. Тут везде привидения. Мать, привидения, дебил. Да куда ты идешь? Все, уезжай отсюда. Да я пошел дрыхнуть домой. Слышь ты, давайте от меня отстанешь. Какой дом? Он как раз в доме и живет. Уходи отсюда. А, в этом доме? Да. Ну, зашибись. У меня бутылка есть, бутыльника себе найду. Короче, какая бутылка? Ты понимаешь, что ты делаешь? Слушай, да слышь ты, жердяй, дай мне в дом мой пройти. Я что-то заладил свою шарманку. Тут привидение. Да пошел нахрен, а? Жил тут без меня, да выходи отсюда. Ну тогда я пойду с тобой. Я тебя так не оставлю. Давай с дома, не надо ты мне тут. Давай уходи отсюда, бомжара вонючий.
Я тебе говорю, тут привидение, ты понимаешь, я шарю, я знаю. Слышишь, шарманку свою потише сделай, да дай мне нормально выспаться, а мне бабенцы в прошлой серии по башке стукнула, башка до сих пор болит, а еще ты тут заныл со своими привидениями, ты уходи отсюда, заколебал. Бабенцы, это еще ладно, тут привидение по дому ходит. Да я уже понял, привидение, привидение, да дай мне поспать, все, давай до завтра, уже светает, я выспаться хочу. Все, тихо, тихо, сваливай, все, все, все. Пошел! Ты белый кусок. Привидение. А стул так мне и не дал, зараза. А спать они... Зашибись, где мне спать? Ладно. Под столом можно вздремнуть эту ночку. Ночку уже утро. Ладно, часик можно поспать. Дебила кусок, а? Ой, ладно. Арбуз, арбуз. Хорошенько так поспал. Полчасика. Ядрить, колотить! Дебила кусок, ты опять тут что-то забыл! Привидение, понимаешь, я же тебе говорю, привидение! Привидение, тут везде в доме привидение! Я из-за тебя, придурок, уже два раза свою сигару уронил на землю. Ты кто мне новую купит, а? Я же о тебе позабочусь, ты понимаешь, что тут везде привидение! Слышь ты, иди сюда, иди сюда. Ты видишь, это мой дом. Тут я живу, нет, да? Не заходи вот. Больше туда, тут, не заходи. Тут я живу, а ты иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Видишь, смотри. Видишь, тут мой дом, тут я живу, да? Видишь, тут мой сральник, я тут сру, видишь? А тут твоя бомжатская помойка, вот ты отсюда не вылезай, хорошо? Вот тут твоя территория пока что на данный момент, я потом тебя нахрен отсюда выселю. А там я живу, понимаешь? Всё! Там привидение в своем доме, ты понимаешь? Да я не... вот это свое привидение, иди другому затирай! Я не верю в эту лабуду, понимаешь? Это слово, честно пионерское тебе говорю! Слышь ты, короче, у меня к тебе только одно дело есть. Со своими привидениями иди в сраку, смотри. Кресло мне твое понравилось. Понимаешь, я сюда только вчера переехал, кресла нету. Стол есть, компьютер есть, кресла нету. Дай кресло потаскать, о нем много. Не-не-не-не-не, кресло я тебе свое не могу дать. Кресло это мое, кресло это мне подарили еще во времена Второй мировой войны, подарили, нет. Да у тебя тут есть много вещей, ваза там есть, веник там, да дай кресло погонять, а кресла дома нету, ты чё? Нет, кресло это я не могу. Ну, окей, моё любимое значит, кресло. Секретный план. А вот так? Вот с этого бы и начинал, понимаешь, с этого бы и начинал. Да, поломаться как смысл жизни, понимаешь, надо немного интрижки нагнать. Всё, забирай свое кресло. Можно? И давай. Спасибо. Да, оно вообще нормальное? Да, вообще отличное просто, почти выдерживает меня, почти не падает. Ну, значит, меня точно выдержит, такого толстячка, как ты, конечно, тебе еле буду, как меня же это... Не помоги мне затащить его, открой дверь, пожалуйста, а то нам... Сейчас. Тяжёлое очень. Ты смотри, чтобы не развалилось. В смысле, так оно нормально или нет? Я не могу понять. Да не, оно отличное, просто может развалиться. Ну, я же на нем плясать не буду, Оль. Ну да, тогда не точно не развалится. Тогда все нормально. Сейчас я его поставлю вот сюда. Там где твое привидение якобы. Вот, опа! Отсюда его поставлю, зашибись. Слышь, Чубзеля, ты что тут забыл? Я ж тебя в дом не пускал. Я тебе же говорю, тут везде привидение, я с тобой, я тебе все покажу. Что, нравится мое рабочее место, а? Компьютер есть, стол есть, стул есть. Ты ничего не понимаешь, ты понимаешь, что это все не важно, тут везде привидение. А слышишь, а панталон это никак не могу решиться выбросить их. Вроде прикольные, но такие с тюльпанчиками. Какое привидение, мать твою, а? Ты не о том думаешь, детектив, ты понимаешь, тут везде привидение. Слышь, лабуда, ну окей, покажи мне свое привидение, где? Где? Пойдем.
А кто это такой вообще? Ты его знал? Да, это мой друган Валера, понимаешь? Друган Валера мой. Валера, говоришь? Подожди. Да. Я... Нужно удостовериться. Валера, тот Валерун, не врешь, бомжара, не врешь, реально Валера. Да я тебе говорю честное слово, а подожди, ты еще про гараж не знаешь. Какой? А, я знаю, у меня там гараж есть на первом этаже. Слушай, а ты не знаешь, где машину можно без, ну так, недорого купить, а то гараж есть, а кататься не на чем. Чего ты не понимаешь? А то этот, катаюсь с этим таксистом сумасшедшим. Второй раз. Быстрее, пойдем. Деньги даю ему. Сюда иди быстрее. Да подожди ты. Что? Ядрить, колотить. Ты видишь, я тебе говорил, это все привидение. Тут пытки проводились, понимаешь? Пытки какие-то проводились. Слушай, может тут фильмы какие-то запрещенные снимали не для детей? Вообще не могу понять, что это за инструменты такие. Ты не понимаешь, тут пытки проводились над Валерой. Вот. А, над Валерой пытки. А может это Валера над кем-то пытки? Может это он маньяком был, а? Я, честное слово, детектив не знаю, но я знаю, что он стал привидением. Да! Если это твой фраер был, как ты говоришь, друг, то ты, в принципе, должен быть в курсе всех событий. А ты мне тут втираешь дичь. То, что ты не знаешь, чем Валера занимался. Откуда ну, его такой дом? Мой друг, ну я же не постоянно был у него дома, я не знаю, чем он занимался. Слушай, если он твой друг, так почему ты уже столько времени возле его дома бомжуешь? Чё ж он тебя в дом не пускал, такой вопрос, а? Я не знаю, это все привидение, но крыша поехала, видимо, когда он привидением стал. Ах ты же, ты поменьше вот это самое, хорошо, как бы Новый год только один раз в году, а не с 365 дней. Я вижу, что у тебя тебе немного ку-ку, белочка напрыгнула. Да я вообще не пью, ты же чего ты взял? Да, шифер немного скатился, да? Кирпичики посыпались, да? Да какой шифер, я тебе говорю, тут везде привидение. Везде привидение. Чё-то я уже тут второй день живу, ни разу привидения не видел. Он просто выжидает момент. Я тебе говорю, он следит за тобой. Короче, сумасшедший, ёпта. Давай, сваливай, проваливай с моего дома. Спасибо большое за кресло. Я сам разберусь с привидением. Всё, спасибо большое. Я не могу понять, это у меня крыша едет или у тебя крыша едет? Бабенца меня стукла в предыдущей серии. Да, у меня какие-то сдвиги есть, но не такие, как у тебя. Ты их сходил бы, проверился. Я тебе дам потом номер. Тебе тут придется потом проверяться, когда еще пошли. Давай, все вы странные в этом жопосранске проклятом. Я говорю, привидение, помни. Помни, да я уже запомнил. Слово привидение за день уже 400 раз услышал. В общем, зачувствую уже... Привидение, говорю. Ненормально. Сигарета. Динахрен! Дебил! Ладно. Что у нас интересного в интернете есть? Арбуз. Секретная дверь в доме за часами. Ты должен туда зайти, детектив. Секретная дверь. Помни о привидениях. Секретная дверь. Слушайте, надо бросать курить уже. Жесть какая-то. Секретная дверь за часами. Привидение. Кого, ёпты? Это мне приснилось или этот будулай ночью пришел и что-то тут лазил? Так. Слышь ты, бомжара! Я тебе уже три раза говорил. Ты давай мою вот это дом... Не залезай, я тебе уже говорил. Тут я живу, тут мой сралик, а тут ты живешь. Окей? Бомжара! Бомжара! Странно. Ладно, я тогда себе заберу это обратно, раз им не нужна буду. Что-то странное тут происходит. А чё, он всё свалил, спиндолил отсюда? Ну зашибись, я его уже выгонять хотел. Сумасшедший, ёпта. Вообще, кукушка поехала. Привидение, говорит. Слушай, а чё за... Вот это самое... За часами секретный проход он мне... Кто мне говорил вообще? Это не приснил? Так, подождите. Дом. 18 лет назад пропал Валера. Это его друг, который ни хрена не понимает, кем был Валера, и вообще не знает, чем он занимался такой. Да.
странный вообще бомжара. Ну, бомжары все странные, мне кажется. А чё, мать его, за часами? Часы-то есть. А чё, за ними? Или мне, походу, вообще приснилось, да? Часы какие-то. Часы. Ну и чё? За часами, говорит бомжара. За часа. За часами. О, РСТ! Собака, я себе что, усы поджег? А! Надо поменьше с этой зажигалкой балаться. Секретный проход. Привидение. Валера. Бомжара. Секретный проход за часами в моем доме. Ёпперсетэээ.